Ну что, Джирили, пойдем. Отдохнуть у контрольной точки, но. Как обычно, ничего здесь нет, да? А это кто? Свои. О, блин. Проще обратно вернуться, надо с детьми поговорить. Раз здесь еще, блин, пол карты, блин, бегать. Так, а что у нас с классом-то? Ё-моё. Еще что ли, блин? Как у него жопа-то горит, что он залезть не может, да? Молодец. Бабушка, что ли, какая-то? Не разговариваешь? Ну нет, так нет. Нет, так нет. Что теперь? Да. Дран ребенок. Блять, а? Хуя себе, блять.
вообще охуели, блядь. Край, блядь, ублюдки. Проверим. Здесь кто-то есть. Кольцо сил погромило. Ну-ка. Понятно. Мне интересно другое, когда навык медика прокачается, а? Охренеть. Хотя бы на один. Еще пятихатку надо целую, блин. Ой, блин. Привет. Надо теперь к бабушке надо бежать. Отлично. Надеюсь, она разберется, куда идти. Ну все, к бою! Ну че, обойти что ли решил? Или че? Тут-то все равно нихера нет. Так, копейки дают эти. Ни о чемные, блин. Жолома 60 рублей скоро. Да блядь, чё ещё что ли тебе мало, блин? Я хуею, там вообще ни о чём дают, по-моему. Просто, блин. Я медика к концу главы не прокачаю, блин. Вообще, в смысле, не к концу главы, а к концу игры, блядь. Сейчас выхочу, если это та церковь, где мы корень мать спасали, да?
Безумец, лечебница какая-то, блин. Черт, что это было? Я откуда знаю, что это было, блин? Они ждут. Надо найти оружие. Пустота. Страх и пустота. Эдди Бэрроукс. Эдди Бэрроукс. Ткачиха. 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 Я знаю, что ты здесь. Ну и что? Не тронь меня. Может, вас всех поубивать нахрен, блин, уродов. Что это такое? А, лечебница, блин. Ух ты, блядь, ты смотри, что бинцы выдали. Тут у нас ничего не подойдет. Все вместе! Раны! Куда мне это класть? Сдвинулась. Не помню. Не могу вспомнить. Да. Ничего интересного нету даже. Что от меня? Все не то. Так. Ну-ка, это что? 25-е чё? Таверна. Регистрация, журнал какой-то. Так, подожди. Кто-то должен её найти. Нет. Только она меня и понимала. Каменная фигурка какая-то. Скучаю по ней и по конфетам. Нет, нет, нет. Я больше просто не унесу. Сука. Мир так изменился. Угу. Я очень рад, что он изменился.
Что это за сейф-то? Ну-ка. Нет. А что в смысле? А, цифра надо тебе, что ли? Ой, блин. Двухстволка, что ли? Так, а она вместо чего идет? Понятно. Так, ладно, где мы тут еще не были, надо шариться дальше. Может, ее схватила ткачиха. Все позакрывали, блин. Так, отсюда мы пришли, да? Верх у нас закрыт. Мы его не откроем. На меня надеется вся деревня. Только я могу всех спасти. Боль. Я устал. Спать нельзя. Нельзя. Так, ну и что делать-то будем? Больше просто не унесу. Игру успокаивают, как транквилизатор. Блин, я уж подумал. Я уж подумал, опять этот урод сюда прибежал, блин. Да, печально тут с прокачкой, конечно. Он был, а потом пропал. Что я видел? Что я... Что меня... Что такое? Я занята. Как ты сюда попала? Меня здесь запер мой же персонал. Как обычную пациентку. Не думала я, что со мной так поступит. Но ничего, все к лучшему. Зато теперь я смогу доделать скульптуру. Так, вот откуда весь стук этот и вой, да? Не так-то просто воссоздать ночную ткачиху. Пока я сплю, и она кормится мной. Я вижу ее ясно, как день. Но когда я просыпаюсь, образ тает. Я уже вытесала несколько скульптур. Все они были неточными. Но вдруг я увижу их вместе и вспомню. Увы, я их все потеряла. Уже и не помню, когда именно. У меня для тебя кое-что есть. Это что-то мое? Это скульптура. О, да, спасибо тебе. Я никогда не забуду твою доброту.
Бестарные медсестры вырвали ее у меня из рук, когда пытались усмирить. Кто такая ночная ткачиха? Именно это я и пытаюсь выяснить. Но ты не даешь мне работать. Почему ты думаешь, что тебе помогут твои старые скульптуры? Это же элементарная психология. Мы так воздействуем на пациентов. Искусство способно... Ладно, понятно все с тобой. Тебе еще? Нет, мне уже ничего вот не надо. Вот и хорошо. У меня много дел. Ну нихера себе, какой нам бонус дали. Опасно. Опасно. А то здесь невозможно его открыть, да? Еще поговорить? Еще одна. Я уже не помню, где ее оставила. Сейчас, когда мир сдвинулся, все кажется другим. Так. А почему тебя тут заперли, кстати? Извини, мне некогда все о себе рассказывать. Я должна доделать скульптуру. Так. Тебе еще что-то нужно? Нет. Верно. Так, тебе еще одну фигуру надо. Значит, пойдем искать. Это что такое? Зря я сейф открыл. Короче, я так уже понял. Только она меня и понимала. Да что со мной не так? Ничего не будет. Кто-то должен ее найти. Доктор Морроу. Подожди, но второй этаж-то мы весь уже обшарили, да? А вот третий этаж я попасть не могу, потому что у меня ключа какого-то нет, да? Скорее всего, ключ можно получить от того зомбака, который там сидит. Зря я, блин, открыл сейф. Это пленники или охрана? Здесь не место. Хотя... Ладно, пойдем пообщаемся с этим непонятным там. Мир.
Мир так изменился. Да что со мной не так? Ничего не выйдет. Ну давай. Кто это такой? Доктор А. Морроу, да? Пила. Понятно. Это вы слабенький какой-то, чувачело. Разгром. Фу. Лечебный щит. Чё, ключ от третьего этажа лечебницы? Ну так и понятно было. Зря я в натуре сейф открыл, дурачок, блин. Так, пойдем отдадим ей фигурку. Все вокруг нас сдвинулось. Ты меня слышишь? Держи. Это третью свою вот фигурку. Она. Последняя. Наконец-то они вместе. Такие похожие и такие разные. Этим они напоминают мне Ткачиху. Я вспомнила. Спал корни Берус и увидел зубы и тропу. И черную вуаль, жестокий свет, что гонит тьму. Два медных зуба, что блестят из гребней девяти.
Семь листьев дома одного, который не найти. Спал Тедди Бэрроуз, крепко спал и видел сон дурной. А утром помнил то, что... Так что сейчас послушаем текст. И дальше что отправляться-то у нас? Звучит, конечно, странно. Да, нормально все звучит. Но эти слова я и пыталась вспомнить. Mm-hmm. Они передают не столько образ ткачихи, сколько ощущения. Спасибо тебе. Почему медсестры пытались стоять и молчать? Потому что я безумна. Неужели не ясно? Просто я не ожидала, что моим бестолковым подчиненным хватит духу восстать против меня. Даже удивилась. И как вышло так, что против тебя восстали весь персонал? Мне являлась во сне ночная ткачиха. И какое-то время я доверяла эти тайны пациентам. Это, конечно, вопиющий непрофессионализм. Мне очень стыдно за произошедшее. После долгих бессонных ночей я рассказала о своих видениях старшей медсестре. Ее снисходительный взгляд привел меня в ярость. Вскоре медсестры набросились на... Самое главное, ребята, пачка, что цифры были заложены в этой песне. 2971. Когда она пила два медных зуба, что блестят из гребни 9. 7 листьев тома одного, который не найти. То есть ты была главврачом, да? Да, верно. Не представляю, что натворили эти дилетанты в мое отсутствие. Не удивлюсь, если выпустили пациентов. А что удивляться-то? И так все понятно. Но что вы делаете, то есть сделали для пациентов? Мы их защищаем и заботимся о них. Нашим пациентам не место в обществе. Они могут навредить себе или другим. Наши медсестры некомпетентны, но за пациентами здесь ухаживают хорошо. По крайней мере, так было при мне. А меня не навестила ни одна медсестра. Даже поесть никто не принес. А что ты имел в виду, когда говорил, что мир сдвинулся? Трудно объяснить. Наверное, потому все и кажется безумием. Сначала об этом заговорили пациенты. О переменах, невидимых чудовищах и, конечно, о ткачихе. Я приняла это за массовый психоз. То же самое говорили и за пределами лечебницы. Что лишь подтвердило мои догадки о психологической инфекции. Ну и что изменилось от этого? Возможно, я... Она пришла ко мне во сне. Ночная ткачиха. И именно такой ее и описывали пациенты. Я видел ее во сне. Даже когда сон уходил. Оставляя только тьму и ужас. Я проснулась в страхе. Несколько часов не могла сказать ни слова. Тогда я увидела перемены в мире, незаметные мне прежде. Трещины в стенах и за тенями. Я начала замечать, что врачи и медсестры злятся на пациентов. Или вовсе игнорируют их. Казалось, что они видят то же самое, но отказываются в это верить. Стало ясно, что я обезумела. А ты вообще уверена, что с ума сошла ты, а не остальные? Очень любезно с твоей стороны думать, что я могу быть в чем-то уверена. Я врач. Точнее... Была врачом. Я верю лишь в то, что могу измерить или увидеть. Но я видела слишком много. Я ни в чем не уверена. Если я не безумна, значит,
обезумел весь мир. А про какую песню ты говорила? Когда-то мне эту песенку пела мама. Я не знаю, что значат ее слова, но... Говорят, что песни помогают нам вспомнить забытое. Она напоминает мне ткачиху. Ну тогда спой еще раз. Ну вот теперь я стесняюсь. Но раз ты настаиваешь. Спал корни Берус и увидел зубы и тропу. И черную вуаль, жестокий свет, что гонит тьму. Два медных зуба, что блестят из гребней девяти. Семь листьев. Вот они эти слова, которые должны нам открыть сундук. Спал, а я его открыл раньше. Крепко спал и видел сон дурной. А утром помнил только ночь и тьму, и холод злой. Ладно. Ладно. До свидали. До свидули. Два медных зуба, что блестят из гребня. Надо было что-то сделать! Два медных зуба, что блестят из гребней девяти. Вот так, вот так. Это что у нас там горит? Ключ от тюремной камеры? Не понял, подожди. Мы что, можем открыть, что ли? Камеры? В смысле, мы можем, наверное, ее выпустить, что ли? Ну-ка. Так. А здесь вход только через третий этаж, да? Ну-ка, давай-ка. О! Вот это я уже почувствовал, что ты разбился. Семь листьев тома одного, который не найти. Два медных зуба. Мир так изменился. Семь листьев тома одного. Здесь надо было фигурку дать, которая бы выпала вместе с двухстволкой с того сейфа. Два медных зуба, что блестят из гребней девяти. Так, подожди, а куда я не мог попасть? Семь листьев тома одного, который не найти. Два медных зуба. Я-то думал, можно и выпустить будет. Кажется, что нет. Почему? Почему никто не вмешался? Два медных зуба, что блестят. Кто-то должен ее найти. Семь листьев тома одного, который... Два медных зуба, что блестят. Она умерла. Никто ничего не сделал. Так, ну итог-то чё? Я думаю, что можно закончить, да? И дальше отправляться в ту тайную дверь, которая нас единственная пока, которая может принять. Ладно, ребята, давайте. Всем спасибо за просмотр. Жалко, конечно, что я затупил и открыл сейф раньше. Не стал я просто голову греть и заморачиваться. Поэтому, если что... Вначале вам надо найти три фигурки, потом отдать ей, она вам даст, продиктует, так сказать, песню, в ней есть ключ, и в этом ключе вы берете, открываете сейф, там хранится двухстволка и
фигурка. Эту фигурку можно отдать вон той мантии, которая внизу такая синяя в подвале, короче, вы поняли. Ладно, ребят, всем удачи, берегите себя. Это пленники или охрана?